Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Mercedes C300. Ремонт кузова. Итак, задняя правая дверь меняется, крыло ремонтируется. Спереда передние крылья, капот, все это меняется, телевизор, ну, меняется почти все. Разбираю. Итак, машина разобрана, установлен у нас капель, и начну ремонт правого лонжерона. Первым делом вытягиваю его. Теперь вырезаю кусок внешней части лонжерона, будет легче ремонтировать его дальше. Натягиваю и выравниваю лонжерон. Окончательный ремонт и сварочные работы правого лонжерона закончу, когда сделаю ремонт левого лонжерона и заменю подрамник. Вытягиваю и равняю левый лонжерон. Итак, установил новый подрамник и правый лонжерон, как видите, немного кривоват. Исправляем. Теперь сделаю необходимые мне измерения и затем буду корректировать лонжероны.
После измерений я выяснил, что левый лонжерон практически на месте, немного его подтянуть. А вот справа чуть похуже, нужно еще и горшок в бок вытянуть. Что я и делаю. Теперь все размеры одинаковые, подрамник прикручен к лонжеронам, свариваю. Итак, лонжероны я закончил, крашу их. Пока сохнут лонжероны, исправлю правое заднее крыло. Зачищаю поврежденное место от краски, затем снимаю заднюю дверь, вытягиваю сначала арку, затем край крыла двери между дверями и после ребро арки. Все буду делать при помощи споттера.
устанавливаю целую заднюю дверь и проверяю зазор между дверью и крылом. Ну, зазор почти хороший, подкорректировал потом. Итак, заднее крыло я закончил. Теперь продолжаю ремонт переда. Покрашенные лонжероны обрабатываю изнутри мовилью. Устанавливаю все остальные части переда. Итак, работа с металлом на этой машине закончена. Разбираю и отдаю машину на покраску. После покраски машина вернулась ко мне. Забираю ее. Итак, этот ремонт я закончил. На ремонт ушло 10 дней. 5 дней работа с металлом и 5 дней покраска. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на новые видео. Пока!